Ноябрь завершился для колпашевских каратистов на хорошей ноте. В последние выходные месяца они побывали на первенстве спортивного клуба «Мастер» в Томске, где каждый завоевал свою награду. В честь колпашевского района защищали 5 воспитанников клуба «Контакт». Все провели по 2 поединка на татами. В своих возрастных и весовых категориях первыми стали Анна Казанцева, Арина Смолонская, Тимур Шамшидинов и Артем Бороздин. Серебро первенства завоевал Михаил Самохин. Наставник юных спортсменов Сергей Пономаренко отметил, что каждого отличало упорство и огромное желание победить. Все поединки были достойными, а ребята выложились на максимум. 4 и 5 декабря в спортивном комплексе «Юпитер» в Томске состоялось первенство области по гиревому спорту. Колпашевский район на соревнованиях представили 7 воспитанников детско-юношеской спортивной школы имени Оксаны Рахматуллиной. К соревнованиям спортсменов готовил тренер-преподаватель Владимир Комаров. Первый соревновательный день юноши принимали участие в классическом двоеборье, а девушки – в рывке гири. Так, среди младших юношей стал победителем Семен Созонтов, а серебряным призером – Максим Кустов. Дмитрий Фатеев, выступавший в группе старших юношей, стал вторым. Девушки Дарья Харунжина и Ксения Исаева заняли в своих весовых категориях второе и третье место соответственно. Немало наград принес и второй день соревнований в дисциплине «Толчок по длинному циклу». Чемпионом в своей группе вновь стал Семен Созонтов. 2 вторых места завоевали Дмитрий Фатеев и Дарья Харунжина, а бронза на счету у Максима Кустова.